Здравствуйте! В эфире телеканала «Абакан-24» с прогнозом погоды Ксения Майер. Воскресенье, 2 апреля, Международный день детской книги. Этот праздник ежегодно отмечается в день рождения писателя Ганса Христиана Андерсена. Цель этого дня – привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения. Воскресенье, 2 апреля. В Черногорске днем облачно без осадков, температура воздуха минус 2, ночью минус 6. В Саяногорске пасмурно, температура воздуха днем минус 4, ночью опустится до минус 7 градусов. В Сорске облачно без осадков, днем плюс 3, ночью минус 3 градуса. В Абазе пасмурно, днем минус 6, ночью минус 9 градусов. В Абакане облачно, без осадков. Температура воздуха днем минус 3, ночью минус 7 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды на телеканале Абакан-24. Всего вам самого доброго!